Каждому из нас назначен свой срок уплаты долгов. Он уже наступает. Ты понимаешь, кто твой главный враг? Что будем делать? От него не убежишь. И не скроешься. Его нужно победить. В Новом Орлеане наступил настоящий апокалипсис. Что будем делать, милый? У нас есть программа помощи, но ваш округ под нее не подпадает. Они затопили нас, а теперь выселяют. Давай! Давай перетрем с твоим кузеном. Мы не гангстеры. Других вариантов нет. Только один раз. Вы знаете, что Катарина означает очищение? Серьезно. Ураган предоставил им идеальную возможность провести реновацию. Нас затапливают и даже пытаются убить. Поэтому мы занимаемся сутенерством, продаем дурь и воруем. Именно это и делает нас американцами. Был совершен налет на казино Fairgrounds. Уходим, уходим, скорей! Это мой округ. Выясните, что за хрень происходит. У тебя проблема, Джеймс. Расскажите мне все. У вас есть амбиции. Есть деньги. Дело дрянь, мужик! Но этот округ был моим задолго до того, как стал вашим. Где мои бабки? Не оставляю свою любовь одну, Джеймс. А то ее кто-нибудь заберет. Сколько берем все? Это казино. Бум! Забирает деньги у нас уже много лет.